Всем привет! Мне недавно пришел чехол от компании Nilkin для такого смартфона, как Leeco Le 2. Чехол от компании Nilkin, и я почему-то слоупокнул и не записал распаковку. Как-то то ли не получилось ее записать, то ли я забыл нажать на кнопку записи. Короче, не записал. Но у меня есть видео, в котором видно, как этот чехол, собственно, сидит на телефоне. И вообще у меня подобного рода уже два чехла было на мой телефон Xiaomi Mi 5S и на мой телефон Samsung Galaxy S4. Они меня очень радуют, я ими очень доволен, и было решено купить именно такой чехол для Leeco Le 2. В общем, смотрите, что получилось, это единственное, что осталось от распаковки. Всем спасибо за просмотр, качество чехла высокое, в общем, увидимся в следующих видео, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, пока!